Буэнос диас, мис керидос амигос, ядерный рассветный заряд ваши экраны, это значит, что у нас сегодня, ох, нифига себе, русская рулетка. Ладно. Да уж, длинный шпишечек. Пусть карашли так и быть. Аманда где-то там. На зонт он, видимо, класть хотел. Идет мокрый вообще до лампы. РК-800. Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Этот девиант — интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Я согласен. Я плохо подхожу для этого расследования. Вам следует найти мне замену. Хуяс. Ты что-нибудь выяснил? На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9. А еще? Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Он был благодарен, когда я спас его на крыше. Он ничего не сказал, но выразил это по-своему. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Так, сначала подойдем к машине. Так, в машине нас ничего не заинтересовало. Лейтенант Андерсон! Вы дома? Нет, но... О, псинка. Так, не видно нихуя еще.
Угу. Я так понимаю, что должно быть еще одно окно. Угу. Даже самого Андерсона не видно. А как я должен пробраться туда, если я его... О! Нажрался, пёс. Тихо, Сумо. Я твой друг, видишь? Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина. Так, псинка отвалила. Так, Энк ужрался. Блэк Лэмп. Лейтенант. Наебелся. Эй, очнитесь. Он просто наебелся. Это я, Коннор. Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, к сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид. Пошел нахер отсюда. Прошу извинения, вы мне нужны. Благодарю за сотрудничество. Вали ты нахер отсюда! Бухой в хламиде. Пошли. Пас. Ну-ка. Пас его. Ну, все, я сейчас сблю. Я сейчас сблю. Меня уже, урод! Никуда я с тобой не пойду. Пошли! Ты что затеял-то, а? О, нет, я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага. Ой. Выключай! А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? К сожалению, не могу. Я запрограммирован расследовать дело, и для этого нужны вы. Да насрать мне на твое гребанное дело. Лейтенант, вы не в себе. Вам нужно... Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Я вас понял. Дело не особенно интересное. В секс-клубе в центре города убили клиента. Думаю, они там без нас разберутся. Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Что хотите надеть? Да похрен. Полосатая. Хуже блюет. Все в порядке, лейтенант? Ага, просто
Чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Да. Так, журнальчик на полу. Опа. Что вы делали с пистолетом? Играл в рулетку. Считаешь выстрелы в висок. Не досчитал я, короче, отрубился. Повезло. Следующий был бы смертельный. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго. Так, ну хотя бы мента протрезвили. Так. Что-то я не сделал в поисках. Так, успокоить, ну, либо если я не знаю ее имени. А я ее имя знал. Она мне должна была наброситься, по идее. Рубашки одинаковые, они все равно ведут в одно и то же. Так, здесь нашли все. И в клубасик. Нормально так. Ну что ж, на этом, наверное, сделаем финалочку. Спасибо, как обычно, всем, кто присутствовал. Вас, как всегда, Луис, Пиписька, и до скорого. Адью, братва.